дорогие друзья, с вами Смир Тимохов. Так, темно же, да? А сейчас, между прочим, 7 часов утра. Я сейчас иду в школу, уроки начинаются в 7:30, но почему-то мы должны там устроиться уже в 7:10, 7:15. Я вам покажу, как это происходит, как это выглядит. А именно вот так вот выглядит моя улица, на которой я живу. Скорее всего, в дальнейшем я покажу мои апартаменты. Ну, не мои, которые я снимаю. Вот. Как у вас дела, блин? Я пипец соскучился снимать. Я был в небольшом отъезде. Я в Софию ехал. Не буду говорить, по каким причинам. И сейчас снимаю на свой iPhone. Чуть-чуть, какое-то время, где-то недельки две. Одна будет, я буду снимать с этим айфоном. Иногда будет появляться iPad, но в основном с ним. Это будут влоги. С утра до ночи я их называю. Возможно, кстати, так и назовем. С утра до ночи. Тоже качество немножко изменится. Меня вообще, наверное, не видно. Потому что, ну реально, вообще. И именно поэтому я не могу снимать свое прекрасное личико. Как-то раз я, по-моему, загружал видео. У меня про футбол был. Да, точно. Футбол, вот футбик здесь, аннотация срабатывает магическим образом. Быстрее, а то 5 секунд работает. Серьезно? Вы это видите? Я тоже ничего не вижу. И вы меня не видите. Тоже чуть-чуть. Ну, он пойдет прям нормально потом. Последние три дня, вот последние будни, он вообще погода какие-то заморозки. Нереально холодно. Градусов 13 будет. Ну, я посмотрела там в одном программе. Weather Pro. Что еще хочу сказать? Ну а потом будут теплые, теплые деньги. Оставшиеся теплые деньги. Ну а сейчас предлагаю пройтись по урокам. Вот это английский. Сейчас большая перемена. Я пойду в супермаркет, возьму что-нибудь сухого такого и попить. А то не хочу какой-то пиццы или банечки. Все, пошли. Я даже на самом деле не знаю, что возьму. Пиво. Сейчас будет музыка, я от себя хочу сказать, это самый крутой предмет. Отжигали по полной. Сейчас на ваших экранах будет физкультура и болгарский. Пойдем. Thank you.
мне приятно было поговорить о школе, о школьном дне, показать несколько школьных уроков. Надеюсь, понравилось это видео. Пока!